Приветствую вас, мои дорогие подписчики, тех, кто случайно нашел мое видео в Рутубе, в Ютубе, в Дзене. В этом видео хотелось бы разобрать для вас проигрыш, который я обещал, который идет после припева. Вот этот. Еще могу медленно сыграть таким вот образом. Итак, с чего здесь все начинается? Помните, каподастр на третьем ладу, это родная тональность. Мы играем, значит, зажимаем первую струну, ну, здесь, чтобы не путаться, на 10-м ладу. И играем в правой руке. 6-я, 3-я, 2-я, 1-я. И легато с 10-го лада, получается, 1-й на 10-м. 3-я, 6-я, 2-я, это открытая. Такой вот перекатик, либо щипок вниз. И легато на 1-ю, на 8-м ладу. Потом легато получается на 6-й, если вот считать прям по грифу, чтобы не путаться. И потом первая открытая. И дальше мы играем 6-я, 3-я, 2-я и 6-я. Шестая, третья, со второй, 6-я. Еще разок медленно. Потом АМ, на АМе вторая с третьей, пятая, вторая с третьей, третья, вторая, пятая, третья, вторая, пятая. Потом ставим мизинец на вторую струну. Здесь считаем, как уже начали, 6-й лад. И играем, не убирая аккорд АМ, третью со второй, вторая на 6-м. Потом пятая, убираем мизинец, аккорд АМ остается, опять третья со второй. Убираем указательный. И потом третья с четвертой. Вот здесь вот, мизинец на второй, на 6-м, третья со второй, пятая. Потом убираем мизинец, третья со второй, убираем указательный, третья со второй и четвертая с третьей. Теперь все повторим. Получилась первая фраза, которую мы повторяем два раза. Еще разок сыграю медленно. Еще. АМ. Еще. Как вы поняли, она играется два раза подряд. Но она такая длинненькая, если ее полностью, вот она. В конце третья с четвертой на аккорде АМ. АМ это вторая на четвертом, четвертая с третьей на пятом. Ну, это здесь, я уже отсюда просто начал считать. Вот. Можно еще разок повторить. И еще один раз. И у нас остается еще две фразы. Видите, здесь мы играем легато. Опять первый на 10-м и играем вниз. Шестая, третья, вторая, первая на 10-м. Шестая, третья, вторая открытая. Легато первое на 8-м и легато первое на 6-м. Потом играем первую вообще на 15-м. Получается
и сразу шестую. Потом третья, вторая и шестая. Еще разок. И сразу идем сюда. Третья на пятом, вторая на шестом. Играем третью со второй. Третья на пятом, вторая на шестом. Потом четвертая. Еще раз третья, вторая, четвертая. Третья, потом и четвертая. Третья открытая, третья на пятом. Вторая открытая и шестая. Точнее, просто вторая открытая пока. Здесь получается десятый, восьмой, шестой, пятнадцатый, потом третья со второй, шестая. Пятнадцатый. Еще разок повторим. Шестая, третья со второй, шестая. Здесь третья, вторая, четвертая. Третья, вторая, четвертая. Третья, вторая, четвертая. Потом третья открытая, третья на пятом. И вторая открытая. Еще разок повторим эту фразку. Третья, вторая, четвертая. Третья, вторая, четвертая. Третья, вторая, четвертая. Три раза подряд. Третья открытая, третья на пятом и вторая открытая. И последняя фраза остается. Первая опять на десятом и играем шестая, третья, вторая, первая на десятом. Легато первая на восьмом. Потом первая на шестом, первая на восьмом. Ну, после первой на восьмом можно еще третью сыграть. И потом первая на десятом, опять третья. Можно третью вместе со второй, с первой, например. Здесь, когда первая на восьмом, играем первую, вторую, третью, тоже можно. Потом третья, потом первая на десятом, со второй, третьей открытой, и потом третья. Либо просто вторую не трогаем, играем десятый лад, потом первая на восьмом, на шестом, на восьмом, третья открытая, первая на десятом, третья открытая, чтобы так вот поаккуратней. И заканчиваем. Значит, третья на пятом, вторая на шестом и первая на восьмом. И играем четвертая, третья, вторая, первая. И потом третья со второй, первой. Сейчас скажу, сколько раз. Раз, два, три, четыре. Ну, то есть играем пять раз. Первый раз с четвертой. И остальные четыре без четвертой. Третья, вторая, первая. Потом первый на шестом, на восьмом и на десятом. Первый на десятом и шестая открытая. Потом просто, вот, например, ЕМ и Д. Ну,
теперь все повторим. Полностью весь проигрыш, медленно. Вот и весь проигрыш. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь, у вас обязательно все получится.